поступил вот такой вот инструмент. Чемпион 254. Вот. Причина обращения заводится, но нет мощности. Так вот выразил нам человек. Сейчас попробуем заведем, произведем первичный, так сказать, осмотр и подстройку. Может быть, он у нас заработает. Смотрите, сейчас мы будем с вами крутить карбюратор. Вот эти вот два, вот они, их видно у нас, болта. Это регулировочные винты карбюратора. Сейчас мы их закручиваем сперва оба до конца. И выкручиваем на два оборота. Таким образом мы основные сейчас настройки сделали, выкрутили по два оборота оба винта. Сейчас попробуем завести, вот, а потом уже может быть что-нибудь подкрутим. Но все равно еще чуть-чуть уберем. Вот этот холостого хода мы его чуть-чуть выкручиваем. Вот и все. Пила сейчас работает нормально. Сейчас попробуем ее перезапустить. Так вот, всем удачи, подписывайтесь на наш канал, пока!